Жил-добыл однажды принц, который очень хотел жениться, но во что бы то ни стало, желал взять в жены настоящую принцессу. Он объездил весь мир в поисках подходящей невесты. И хотя ему попадалось множество принцесс, но он никак не мог решить, настоящие ли они. И вот, в конце концов, принц воротился домой в великой печали. Уж очень страстно желал он жениться на настоящей принцессе. Я так долго искал настоящую принцессу во всех уголках земли. И ни одна из тех, кого я видел, мне не понравилась. Неужели я так и не найду ее? Эта принцесса при встрече вела себя очень грубо и задавала нескромные вопросы. Эта принцесса не знает никаких историй и сказок. С ней будет неинтересно. А она так громко зевает и даже не прикрывает при этом рот. Принцесса из соседнего королевства. Видели бы вы, как она чавкает за столом. Принцесса из далекого 39-го царства не умеет следить за собой. Датская принцесса совсем не умеет сладко петь, как настоящая принцесса. Она так быстро говорила, что я устал от общения с ней. Однажды вечером разразилась ужасная гроза. Гром грохотал, молнии сверкали, а дождь лил, как из ведра. И вот в самый разгар ужасной непогоды раздался стук в двери замка. Дверь отворил сам старый король. На пороге стояла юная девушка, промокшая и дрожащая. Вода струилась по ее длинным волосам и платью, потоками вытекала из ее туфелек. И все же девушка утверждала, что она самая что ни на есть настоящая принцесса. В этот вечер разыгрался сильный ветер, и принцесса очень замерзла. Что это за красавица пришла к нашему замку? Как можно в такую непогоду гулять по улице? Чтобы ей отворили дверь, нужно позвонить в колокольчики. Может, здесь меня кто-нибудь пустит? Как мне достучаться до них? Нужно сыграть на колокольчиках вот эту мелодию. Кому это в такую грозу дома не сидится? Здравствуйте, Ваше Величество. Пустите меня, пожалуйста, переночевать. Я вся промокла. Отчего ж не пустить? Да ты вся дрожишь. Так и простудиться недолго. Как хорошо, что я набрела на замок таких добрых людей. Видите, ребята, не стоит гулять в тех местах, которые вы не знаете. Ведь можно заблудиться и потеряться. Услышала слова юной девушки королева и подумала: скоро увидим, милочка. Она поспешила в спальню и собственной рукой положила горошинку на доски кровати. Затем положила сверху одну за другой целых 20 перин, а потом еще столько же одеял на нежнейшем лебяжьем пуху. Вот на эту постель и уложили девушку. Девушка с мокрыми волосами и грязным платьем не была похожа на принцессу, но тем не менее ее положили спать в лучшую комнату для гостей. Постелим принцессе постель помягче, а под перин положим горошину. Если она ее заметит, значит, действительно настоящая принцесса. Только куда я делаю эту горошину? Посмотрите под стулом. Нет, ее там нет. А может, наша кошка Китти с ней заигралась? Ой, не дадут спокойно полежать. Что вы там, хозяйка, ищете? И там ее нет.
Наверное, я ее в шкафчик положила. Проверьте там. Теперь давайте положим горошину на постель, а сверху постели перину. Молодцы, ребята, мы справились. А вот и принцесса. Я пойду вниз. Какая хорошая девушка. Вот бы нам такую невестку домой. Это для меня такую большую постель приготовили. Ребята, помогите-ка мне забраться. Тут целая лесенка понадобится. Спасибо, ребята. В жизни не спала на такой твердой постели. Уж не деревянные ли подстилки мне положили? На утро девушку спросили, как она спала. О, я провела ужасную ночь. Я ни на минутку не сомкнула глаз. Один бог знает, что было в этой кровати. Мне казалось, я лежу на чем-то очень твердом. А утром у меня все тело было в синяках. Теперь все убедились в том, что девушка самая настоящая принцесса. Ведь только настоящая принцесса может почувствовать крошечную горошинку сквозь 20 перин и столько же пуховых одеял. Да, только самое, что ни на есть настоящая принцесса, может быть столь чувствительна. Принц тотчас же женился на принцессе, а горошина и по сей день хранится в Королевском музее. Можете пойти и сами посмотреть, если только ее кто-нибудь не стащил